Мир, труд, май и Пасха. Эти выходные наполнены праздниками. Куличи, шашлыки, вареные яйца – это главные атрибуты этих выходных. А о погоде в эти дни расскажу вам я, Александра. По прогнозам синоптиков, в пятницу температура воздуха утром будет плюс 12 градусов, а к вечеру прогреется до 15. Облачно, осадков не ожидается. В субботу 1 мая температура воздуха утром будет плюс 16 градусов, а к вечеру похолодает до 15. Переменная облачность, осадков не ожидается. В воскресенье 2 мая температура воздуха утром будет плюс 11 градусов, а к вечеру прогреется до 16. Облачно, возможен дождь. Хочешь, чтобы о твоем бизнесе узнал весь Волгодонск? Такая возможность есть. Целый год рекламы на сайте «Блокнот Волгодонск» всего за 1000 рублей. Интересно? Тогда пиши по номеру, указанному в тексте. Всем хороших выходных! Будьте в курсе новостей при любой погоде!